времени суток, с вами Росси. Сегодня мы с вами рассмотрим, как запустить игру «Казаки вторые», «Просто казаки», «Битва за Европу», «Александр» и так далее. Тоже на многих компьютерах с десяткой есть такая проблема, что они не запускаются, выбивают ошибку или запускаются, в них просто невозможно играть. Для того, чтобы это исправить, в принципе, в любой раздаче, которую вы можете найти на торренте или где вы будете ее искать, существует такой файл, в котором мы можем отредактировать и запустить игру. В данном случае мы рассмотрим «Наполеоновские войны», и чуть позже я под видео выложу ссылку на скачивание данного образа. После установки мы заходим в папку с игрой, находим файл, который называется DXWND. Запускаем его. Здесь мы выбираем игру, в которую мы хотим поиграть. В данном случае это «Наполеоновские войны». Можете в Edit, в Modify посмотреть ее настройки, соответственно. То есть должен быть указан путь к казакам в корневой папке игры. Здесь в настройках видео, в закладке видео выбираем, по крайней мере, у меня по умолчанию стоит 1366 на 768. Для того, чтобы запустить и попробовать в нее поиграть, нам нужно поменять разрешение на нашем экране. У меня уже есть подготовленная вкладка параметров в настройке разрешения. Выбираем 1366 на 768. Сохраняем изменения на экране. У нас уже поменялся расширение экрана. А потом с помощью двойного нажатия на «Наполеоновские войны» левой кнопкой мыши запускается игра. Поначалу у вас в главном меню может быть такое, что размер меню несоизмерим с выбором с помощью мышки. То есть, к примеру, чтобы выбрать какой-то пункт, нужно брать немножко вправо вверх, по крайней мере, так у меня. Но сами битвы, которые происходят, и вы в них участвуете, то, в принципе, они открываются на полный экран, и вполне-таки играбельная версия получается. По кампании «Завоевание Европы», там, к сожалению, по крайней мере, у меня через раз помогает. То есть, когда открывается на полный экран, когда открывается на пол экрана, но, в принципе, опять же, можно играть. С вами был Росси, это был канал Rolly Game Online. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии или же дизлайки. Всем пока и до скорых встреч!